Начать этот вязальный влог я хочу с необычного, можно было бы сказать, если бы вы меня не знали, события. На самом деле у меня загорелся новый процесс. В голове он всплыл у меня, как только я увидела описание. Мне срочно захотелось связать себе что-то такое. К тому же я уже рассказывала вам про планы на этот процесс, мне кажется, осенью, либо показывала его для вдохновения осенью и говорила о том, что было бы круто связать что-то подобное. И когда я увидела, что на подобные изделия есть описание, все, щелчок, описание уже у меня, щелчок, пряжа уже заказана, щелчок, она у меня уже здесь лежит в кадре, и сейчас я вам готова рассказать, что же я запланировала. Но без каких-то происшествий, конечно же, не обошлось. Хочу я рассказать вам про пряжу, которую я буду пробовать впервые. Я ее все планировала очень давно взять для большого обзора отечественной пряжи, потому что состав у нее достаточно интересный, фактура интересная, и сама пряжа, как я поняла, новая. Поэтому я долго думала, когда же мне ее и как взять, чтобы вам ее показать. И так как для большого обзора отечественной пряжи у меня еще не собралось достаточно артикулов, потому что, как оказалось, у нас не так много артикулов, чтобы на постоянной основе хотя бы там раз в месяц выпускать большие обзоры, пока собираются артикулы. Если у вас есть, конечно, предложение для того, чтобы я показала эту пряжу в обзоре, напишите в комментариях под этим видео, либо мне в Телеграм. Итак, пряжа от бренда Camtex, называется она Фантазия. Здесь у нас идет 100 грамм 130 метров. По составу это у нас 33% хлопка, 33% шерсти и 34% нейтрона. Цвет у меня белый 12-21, но на самом деле он белый. Идет такой, знаете, как меланжевый, что ли. Я не знаю, очень сложный белый цвет, потому что он не идеально белый, не белоснежный. Тут идет белоснежная нить основы. Я не знаю, будет ли вам это видно или нет. Здесь идет белоснежная нить, через которую продета пушистая ниточка. Я так понимаю, пушистая ниточка это у нас идет шерсть с нейтроном. А белая основа это хлопковая. То есть у нас хлопковая основа идет белоснежного цвета, а сама шерстяная ниточка идет с желтоватым подтоном. Как вы видите, у меня в кадре достаточно много этой пряжи, потому что я не знаю, сколько у меня ее уйдет на это изделие. Поэтому я решила заказать две упаковки. То есть у меня этой пряжи 10 мотоков, то есть килограмм, целый килограмм пряжи с эффектом букле. Мне кажется, мне хватит даже на два таких изделия, просто я побоялась, что вдруг, если мне не хватит. Я уже знаю, вы будете спрашивать меня, где я заказывала эту пряжу. Эту пряжу я заказывала в Яндекс.Маркете, и я вам оставлю на нее ссылку. И также оставлю ссылку на разные другие цвета этой пряжи, так как в зависимости от цвета меняется и цена. Я, если честно, хотела точно белый. Я его искала и на Валберес, и на Озон. Идеально белого цвета в количестве, которым мне был необходим, я не нашла. Либо продавались по 3 мотка, и было очень невыгодно покупать, либо продавался всего одна упаковка. На Яндекс.Маркете я нашла две упаковки, которые вот мне идеально были нужны. Там еще есть, кстати, очень красивый кофейный цвет, бежевый. В любом случае, ссылки вы найдете внизу в описании под этим видео.
Итак, что же я запланировала связать из этой пряжи? Я вам сейчас вставлю фотографию. Я хочу связать букле-кардиган от Кузьмина Knitwear. Это платное описание. С этой девушкой и ее описаниями я знакома достаточно давно, потому что на рынке описаний по вязаным изделиям она очень часто встречалась мне. То есть у нее очень красивое платье получается, очень красивые свитера, и даже я кардиган вязала как-то по ее описанию очень-очень давно. Возможно, вы его даже не видели, кардиган с такими крупными косами английской резинкой. Возможно, вы еще тогда были не подписаны на мой канал, но если вы видели когда-то ярко-желтый кардиган, то он был связан по ее описанию. Так вот, я когда увидела эту модель, я сразу вспомнила, что у меня в сохраненных на Pinterest есть подобные модели, как красиво кореянки сочетают его, вот этот кардиган, жакет в повседневных образах. И мне захотелось как раз-таки на весну связать что-то подобного формата. Что-то, чтобы меня грело и чтобы было акцентным изделием в моем гардеробе. Я не стала выбирать никакие яркие цвета. Мне кажется, белый цвет идеально подойдет под любую обувь, любой низ и любые аксессуары, поэтому его будет проще всего сочетать. Но так как в этом кардигане используется не только пряжа букле, там еще необходимо использовать толстую мериносовую шерсть гребенную, которая будет держать резинки для обработки низа изделия, обработки планки и обработки рукавов с горловиной. И тут я подумала, зачем мне что-то такое заказывать, я могу просто подобрать это все из наличия у себя. Что я из своих многокилограммовых запасов не смогу найти что-то белого цвета, подходящего сюда, но, как оказалось, белый цвет белому цвету рознь. И найти подходящий белый цвет практически нереально. Сейчас я вам покажу, о чем я говорю. Так как этот цвет у нас не идеально белый, встает вопрос. Нам нужно что-то более желтое, более молочного формата, или наоборот, белоснежный цвет подбирать. Я поняла, что если я подберу белоснежный цвет, например, вот у меня лежит здесь мотивчик. Если я возьму белоснежную пряжу, вот как раз-таки белоснежный цвет, я его просто вам показываю для примера, то тогда основное тело кардигана будет очень сильно желтить и смотреться, как будто бы оно уже постирано не один раз, оно уже просто выцвело и смотрится вот очень странно. Поэтому белый цвет белоснежный я отмела сразу. Дальше я посмотрела, что у меня есть в запасах. У меня есть в запасах несколько бобинок, моточков, и все это разный белый цвет. Все это белый, но разный белый. Ну, вот этот, насколько я помню, молочный называется, или крем-брюле, что-то такое. Ну, не суть важно, просто около белая тематика. Белый влог у нас какой-то получается. Так вот, я сначала подумала, что у меня есть мериносовая шерсть, которая хорошо будет держать резинки. Я ее свяжу в несколько сложений, чтобы подобрать по плотности. Это пряжа, которая у меня была на большом обзоре, от Семеновской пряжи Пиноккио. Но она здесь 90% мериносовой шерсти, 10% акрила. И цвет называется суровый. Но суровый для меня почему-то ассоциируется всегда с каким-то сероватым, но это вот просто такой желтовато-молочный цвет. И он, видите, не подходит сюда. То есть кажется, как будто бы, если я свяжу эти две пряжи вместе, что манжеты и планки, они как будто уже такие изношенные, застиранные. То есть у нас складывается обратный эффект, нежели я, если бы брала белоснежный цвет для обработки. То есть, казалось бы, при белоснежном цвете, что основное полотно у нас застирано, тут у нас, кажется, как будто застираны манжеты. Я сразу эту пряжу отмела, хотя цвет у нее достаточно красивый, и я думала, что она отлично сюда подойдет. Потом я подумала о том, что если у меня есть бобинки, давайте посмотрим бобинки. У меня есть вот такая вот бобинка из магазина Вултория. Называется она Кореза. Это 60% мериноса, 15% ангоры и 25% ПА. 320 метров на 100 грамм. То есть в несколько сложений мне хорошо бы подошло. Резинку, кстати, она не держит. Мне бы пришлось что-то к ней подматывать, потому что в кардигане предусмотрено, чтобы резинка была не расхлябанная, а хотя бы немножко держала свою форму. Смотрим эти два цвета вместе и видим, что этот более бежевый. То есть они вроде вместе смотрятся неплохо, но опять он слишком какой-то желтовато-бежевый для фантазии. Тоже его отметаем. Я уже начала тогда искать по другим бобинкам. Вспомнила, что у меня есть вот такой мериносик. Только этот мериносик карный. И как оказалось, вот
Вот если вот так на него смотреть отдельно от всего, белый да белый, только я вкладываю вот эту пряжу сюда, я вижу, не знаю, видите ли вы, я вижу здесь в бобинной пряже розоватый подтон. И я не знаю, розоватый подтон это подтон пропитки, либо пряжа сама по себе такая, цвет называется взбитые сливки. Это у меня 100% мельносовая шерсть карного типа, я, к сожалению, не помню, как называется артикул. Но в несколько сложений, я подумала, смотрелось бы неплохо. И пока, мне кажется, что если вдруг пропитка отстирается, смотрится красиво. Но резинку она, опять же, держать не будет. Тоже отметаем. Вы можете сказать, что идеально бы сюда подошел какой-нибудь полухлопок. Я полностью с вами согласна, но за ним надо идти в магазин. Я думала, что из запасов что-то смогу найти. Вспомнила, что у меня есть Alize Cotton Gold Tweed с крапками. Но тут уже у нас, вроде они и смотрятся симпатично, и не желтит, и вроде как интересное сочетание получается. Но здесь, мне кажется, перебор. Тут фактура, тут твид, и смотрится, как будто вот я хотела все и сразу, еще бы люрикса добавила на планки, чтобы вот совсем было вырвиглазное такое изделие. Тоже нам не подходит, хотя пряжа просто шикарная. Если вы где-то встретите в продаже Cotton Gold Tweed, хотя его сняли с производства, обязательно берите, он очень мягкий, приятный, и работать с ним одно просто удовольствие. И последние два артикула, которые у меня оставались, это то, что я пыталась, ну, как пыталась, я и планирую использовать его для пии. У меня есть примерно где-то 90 грамм пихорки всесезонной. Она и по составу сюда хорошо подошла. И по цвету она вроде подходит. И по цвету она вроде подходит. А, он и называется белый 01. А здесь у нас 320 метров на 100 грамм. 25% шерсти, 30% хлопка, 45% акрила. А, но здесь я не смогу ее подобрать по толщине. В две нити будет тонко, в три нити будет слишком толсто. Хотя смотрятся они вместе, очень подходяще друг к другу. Вот если бы сходить в магазин с этим моточком и подбирать, я хотела съездить куда-нибудь и посмотреть, а есть ли возможность у нас купить какой-то мелинос. Я изначально в интернете посмотрела, чтобы заказать что-то. Но, как оказалось, найти Lanagata Maxi Soft, насколько я помню, он называется, белого цвета, практически нереально. Его, видимо, самым первым раскупают. Мне нужно три мотка, а везде по два или по одному. И это вообще неудобно. Вот, ну как так? Либо придется за доставку огромное количество денег платить. Ну и последний вариант, как мне кажется, идеально сюда подходящий. В несколько сложений можно скомбинировать так, чтобы получилось. Резинку она держать будет, но тут состав шерстяной, прям шерстяной. Не сказать, что это изделие можно будет надеть летом. То есть это максимально демисезонный кардиган получится. Это у меня Alize Superwash Comfort Socks. Ну, точнее, тут он просто комфорт. Просто обычная Alize Superwash. В цвете номер 55, это который белоснежный у них считается, но все равно здесь присутствует желтизна. И вот если мы их смотрим вместе, мне кажется, вот они практически идеально сходятся. У меня даже была идея взять бобинную, например, ниточку и подмотать сюда, чтобы сделать более меланжевый эффект. Хотя вы можете сказать, что я зря мучаюсь, и мне просто нужно сходить в магазин и выбрать какой-то полухлопок в тон. Толстый какой-то хороший полухлопок, или поискать в нашем городе Lanagata Maxi Soft. Ну, я как-то хотела, знаете, вот просто из запасов. Ну, не знаю, бывают ли у вас такие идеи, но у меня вот идея фикс, чтобы эта пряжа была из запасов, чтобы я больше ничего для этого кардигана не докупала. Почему-то идея вот у меня не покидает. Поэтому я пока остановлюсь на комфорт соксе и попробую связать резинку и связать тело. Ну, точнее, не тело, а как основное полотно. Я свяжу образец, конечно же, обязательно для этого изделия. Там рекомендуемые спицы 6 мм. Для этой пряжи 6 мм подходит. Тут мы поиграем с толщиной, с количеством сложений. И я думаю, что подберем. Я когда свяжу образец, в этом влоге вам обязательно его покажу. И думаю, что этот процесс у нас достаточно быстро должен связаться, потому что, ну, спицы 6 мм, мне кажется, если очень захотеть, можно за пару недель этот кардиган связать. Тем более у нас впереди еще будут большие выходные, и я думаю, что повязать будет немного больше времени.
Это вот что касается моих идей про пряжу фантазии. Что касается оригинала, который используется в описании этого кардигана букле, там используется пряжа тоже российского бренда Пехорка, Пехорка буклированная, которая идет у нас 200-граммовыми мотками крупной, из которой я вязала свою подушку Альпаку Соню. Все вы ее помните. Многие ждут на нее мастер-класс, но, к сожалению, я думаю, что я второй раз Соню не повторю, потому что она вязалась полностью по наитию, я ничего не записывала, она вязалась полностью на глаз, и где-то я даже исправляла свои косяки путем утяжки, перетяжки, как-то пришивала хвостик, чтобы он красиво смотрелся, поэтому второй раз повторить точно такую же Соню у меня точно не получится. И что я вам хочу сказать, если сравнивать две эти пряжи между собой, если вот вы тоже планируете вязать что-то букле формата, но хотите взять либо пехорку, либо вот камтекс фантазию, то я вам могу сказать, что в мотке я прикладывала к шее, то есть у меня еще пока образца нет, но в мотке, когда я прикладываю к шее, камтекс фантазия, она намного приятнее, чем пехорка буклированная. Пехорка буклированная, у нее больше остевых волос присутствует в самих букляшках, но и букле у нее более крупное. Здесь просто вот, знаете, как не отдельные букляшки, а как просто прошита ниточка. То есть везде вроде как более-менее равномерно это все смотрится. Там прям крупные букляшки, с которыми тяжело работать. За них постоянно цепляются спицы. Посмотрим, конечно, как будет эта пряжа фантазия в работе. Возможно, с ней будут точно такие же проблемы. Но я думаю, что это именно из-за фактуры букле, а не из-за собой там волокна или из-за состава волокна, вот что-то подобное. Поэтому сейчас я отправляюсь вязать образцы. А мы увидимся с вами чуть-чуть попозже. И, возможно, мы, если вдруг у меня с Alize Superwash ничего не сложится, отправимся с этим мотком путешествовать по магазинам и выбирать какую-то пряжу не в подмот, а как в компаньоны, чтобы связать просто шикарное, великолепное изделие, которое я уже хочу носить, хотя я его даже не начала вязать. Ну, у нас все вязальщица, как обычно. Потом начались мои рабочие дни в Новосибирске. Я быстро закончила свою командировку и решила остаться в Новосибирске на большие выходные. И первым делом что-что-что, я побежала в магазины пряжи. Я сделала небольшой пост-анонс в телеграм-канале. Если вы, кстати, не подписаны на мой телеграм-канал, ссылочка на него всегда в описании под видео. Я написала там пост о том, что я нахожусь в Новосибирске, и если кто-то из местных жителей хочет со мной встретиться, прогуляться по магазинам пряжи, я буду тогда-то в городе. И мне откликнулись две девушки, Виктория и Мария, и мы с ними так приятно провели время. Вот полностью весь день я провела вместе с ними, мы гуляли по магазинам пряжи, мы общались, пили вместе кофе, и я получила тот заряд энергии от вязального сообщества, которого мне часто не хватает, так как в моем городе очень тяжело кого-то собрать, с кем-то пообщаться, и очень редко это удается, а так в незнакомой атмосфере, в новых магазинах, это просто незабываемое впечатление. Девочки, хочу вам сказать огромное спасибо за приятное проведенное время, за классное подарки, которые вы мне подарили. К сожалению, я не смогла показать их в этом видео, но обязательно покажу в следующих влогах. Первым магазином, в котором мы были, это был магазин Filati Club, и в основном я там больше всего снимала. Thank you.
Потом вместе с Викторией мы пошли в магазин «Иголочка» и посмотрели палитру Фиджи, палитру пряжи от Камтекс. Я посмотрела пряжу Камтекс Ангара, которую очень давно хотела взять для большого обзора, но цена в 500 рублей за моток просто отбила у меня все желание. Если вы знаете, где можно купить ее дешевле, напишите обязательно мне об этом, потому что для обзора я ее очень хочу попробовать, так как цвета там максимально красивые и пряжа на ощупь достаточно приятная. Другие выходные дни в Новосибирске я уже проводила вместе со своим мужем. И мы решили посетить снова зоопарк Новосибирский. Хоть я и очень замерзла, и отпивалась кофе, и ноги у меня очень устали бродить, но я получила те эмоции, которых мне давно не хватало. Я очень люблю смотреть на пингвинчиков, и каждый раз, когда мы возвращаемся в Новосибирский зоопарк, первым делом я хочу именно к пингвинам. И там у них родился маленький пингвиненок, и это было так мило. Я просто не хотела оттуда уходить, хотя хотелось как можно больше пройти зоопарк. Мы заметили, что там зоопарк расширяется, и сейчас они строят еще дополнительные вольеры, там будет много новых животных, поэтому обязательно стоит вернуться еще туда летом или уже в какой-либо другой раз. Хочу вам также показать свои носочные продвижения, так как меня достаточно давно не было, мы пропустили с вами целый один влог, но это все по уважительной причине, скажу вам сразу, я ездила по работе, и подсъемы с Новосибирска вы увидите в следующих влогах, потому что в этот влог я уже не успею их добавить. Я хочу вам показать, что я вязала, пока была в дороге, пока была там, когда у меня появилась свободная секундочка-минуточка, я занималась продвижением носочков. Я брала с собой носочный процесс, даже два носочных процесса, один из которых я завершила. И это вот такие красивые весенние носочки, которые у меня связались из Siam Regina. Они у меня получились разные, потому что я не знаю, как здесь подбирать правильно секции, чтобы у меня получилось одинаково. Если я на глаз здесь вижу какую-то секцию определенную, то когда мы смотрим на моток, ее тут распознать практически невозможно. Это вот остаточек, который у меня остался от вязания. Вязала я все вот как обычно. Я сейчас не изменяю своему классическому, уже можно сказать, методу вязания носочков. Я вяжу пятку от скуки первой версии и вяжу мысочек лопатку, потому что он мне очень нравится, очень красиво сочетается с пяткой от скуки, потому что здесь вот плавно так переходит убавление на пятку,
и потом закрывается мысок, и все смотрится очень красиво. Получились носочки у меня на 38 размер, пойдут кому-нибудь на подарочки, смотрите, какие, ну, просто весенние, яркие, красивые, сочетаются с этой даже проектной сумочкой. Здесь у меня остатки, я пущу в будущем на вязание, скорее всего, хеликса, потому что осталось тут достаточно немного, около 20 грамм, хотя, казалось бы, носки небольшого размера, но почему-то расход этой пряжи был достаточно большим. При стандартном метраже в 420 метров на 100 грамм для носочной пряжи, что меня очень удивило. А второй носочный процесс, который я брала с собой, я наконец-то решила продвигать носки, которые у меня почему-то не шли из пасмы от Cascade Yarns, насколько я помню, она Wave называется. Мне ее подарила Саша с канала «Архитектор, который вяжет». И здесь в пасме шла только одна секция, то есть от зеленого до красного. То есть один большой градиент. Пряжа позиционируется как носочная, но одинаковые носочки из одной пасмы вы не получите. Вам в любом случае придется покупать две 100-граммовые пасмы, если вы вдруг хотите получить одинаковые носки. Я сначала размотала на два кейка по 50 грамм и решила, что я буду сочетать их между собой в хеликсе. Но, как показала практика, хеликс вязать из такой тонкой пряжи, из такой капризной пряжи, потому что это достаточно тоненькая мериносовая ниточка, которая очень легко расщепляется, и тяжеловато с ней работать на металле, а деревянных спиц у меня пока нет, но это пока. В скором времени мне придут деревянные носочные спицы, чтобы было удобнее работать вот именно с такой тонкой и скользкой пряжей. И я, связав до пятки первый носок хеликсом, я его полностью распустила и поняла, что с этой пряжи хочу быстрее связать ее, быстрее связать из нее носки и связать как можно больше этой пряжи, чтобы ее меньше у меня осталось. Потому что такую тонкую пряжу очень тяжело сочетать с артикулами, которые у меня есть в наличии, и покупать что-то для нее дополнительное мне не очень хотелось. Я пока вяжу, и сейчас вам покажу, на какой стадии носки и что я придумала. Я решила вязать вторую свою пару методом, когда мы вяжем два носка сразу. И тогда у меня полетел процесс. И носки выглядят очень странно. Вы можете сказать, что это такое? Вот, Даша, что ты тут намудрила? Что ты тут придумала такое странное? Почему это так выглядит? А я вам скажу, я не знала, как их сделать так, чтобы носки выглядели парой. То есть, когда один носок получился бы у меня красный, другой зеленый, конечно, можно это все сказать, что это просто пара, но мне хотелось чего-то общего, чтобы они вместе как-то сочетались гармонично и смотрелись красиво. Поэтому мне пришла в голову идея повторить опыт, как я вязала свои носки пара-не пара. Из остатков пряжи, когда я случайно перепутала пряжи, подумала, что это одинаковые, оказались разные, и мне пришлось выходить из этого положения путем от того, что я меняла пряжу, то есть сначала у меня мыски, точнее не мыски, сначала у меня тело носка шло в одном сочетании, потом я их меняла крест-накрест. И я решила, что будет интересно, если я этот опыт повторю в этих носках и буду заменять мыски, пяточки и резиночки. И мне кажется, смотрится симпатично. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. То есть я взяла сначала красную пасму, набрала, связала мысочек. Взяла зеленую пасму, набрала, связала мысочек. Потом обрезала нить и поменяла их местами. И дальше вязала тело носка. Наверное, лучше повернуть здесь на пяточку, чтобы было больше наглядно. Довязала до пятки. Пятку я все пробую, разные методы, как связать переход цвета так, чтобы смотрелось не сильно широко и не слишком узко. И на данный момент я пришла к такому выводу, что красивее всего, если вы делаете на 10 прибавок, менять цвет за 2 прибавки до окончания прибавок. Я надеюсь, я правильно изъясняюсь. То есть у меня здесь 8 прибавок было, я заменила цвет, потом сделала еще 2 прибавки и стала вязать укороченные ряды для пятки. Также потом сделала 2 убавки, заменила цвет и пошла другим цветом вязать. Итого, у меня получается один носок. Выглядит следующим образом. То есть у меня здесь зеленая пятка, потом я опять меняю, и у меня получается вот один носок все-таки будет зеленый, другой будет красный. Но здесь у него акцент будет на том, что у нас резинки, пяточки и мыски будут разного цвета, как бы, знаете, пересекаясь с другим носком. Это так выглядит у меня первый носочек. Второй носочек с точностью, да, наоборот. То есть он у меня с красным мыском, зеленое тело, красная пятка и опять зеленое тело. Здесь, если вы внимательно посмотрите, прослеживается уже градиент, достаточно такой хороший.
То есть вот в красном, кстати, менее заметно было поначалу, потом, когда заменилась ниточка, стало более заметно. В зеленом очень заметно, что от светло-зеленого такого, прям, знаете, какого-то сероватого, мы уже переходим к ярким цветам. И когда я довяжу до резинки, мне осталось совсем немного, я, возможно, на этой неделе успею эти носки завершить, то я поменяю местами. Я хочу связать их еще подлиннее, то есть чтобы они высокими носки были, и сделать, наверное, еще прибавку на икру, чтобы они прям такие высокие-высокие получились. В ноль связывать пряжу я не буду, потому что остается еще достаточно много. И получится, ну, уже прям гольф и гольф, и я бы не хотела такие носки. Я просто не представляю, куда их такие носить. Эти носочки я планирую носить на Новый год дома. То есть это будут мои очередные новогодние носочки, хотя пасма также и планировалась в новогодних цветах, то есть это как новогодняя серия, можно сказать. И потом я заменю, у меня получится красная резинка тут и зеленая резинка тут. И вроде как пара, и не пара, но смотрятся они уже лучше, нежели если бы они были просто один зеленый, один красный. Можете написать в комментариях, нравится вам или не нравится. Мне кажется, что многие скажут, что носки выглядит странно, я соглашусь, но в них есть вот какая-то определенная изюминка. Они, знаете, как мне хочется назвать то ли пазл, то ли кубик Рубика их, вот что-то такое, вот какое-то название для них, потому что пара не пара у нас уже есть. Если, кстати, у вас есть интересные идеи, как можно назвать эти носки, выслушаю обязательно в комментариях под этим видео. Поэтому эти носочки у меня сейчас продвигаются, и кроме них я ничего в поездке не вязала, потому что у меня не было возможности взять что-то крупное с собой. У меня были с собой только носки, и вот я их начала с самого начала, от мысочка, и продвигала постепенно этот процесс. Надеюсь, что на этой неделе я его завершу и покажу вам уже заблокированные, заправленными кончиками, красивые, готовые носочки. Ну что ж, пришло время подвести итоги этой вязальной недели. И на самом деле эта неделя растянулась на какой-то огромный промежуток времени, потому что влог я начинала снимать и до того, как поехала в Новосибирск, и после того, как приехала в Новосибирск, и даже во время съемок одного из фрагментов я вам сказала о том, что я буду, наверное, фрагменты, которые я снимала в Новосибирске, показывать в следующих влогах. Но на самом деле я поняла, что почему бы и не включить их сегодня, в сегодняшний влог. Там достаточно много отрывков из вязальных магазинов, из зоопарка, вы их уже посмотрели. И я подумала, что будет интереснее и более насыщенный получится влог, если включить эти фрагменты уже сейчас. А то, что я купила в Новосибирске, то, что я привезла из Новосибирска, это я вам все покажу уже в других вязальных видео. Пока не знаю, в каком именно, но в каком-то точно покажу. Там достаточно интересно, и все, как вы понимаете, в одном цвете. Вы можете попробовать угадать, в каком цвете пряжу я прикупила себе. И это все один и тот же оттенок, примерно плюс-минус один и тот же. Он мой любимый на данный момент. И даже одна из пряж, которых я купила для себя,
Я ее уже показывала в предыдущих фрагментах. У меня очень сумбурная какая-то речь, потому что я сегодня очень долго спала, и у меня так получилось, что я полдня, мне кажется, проспала, и в голове вообще какой-то шум и гам. Поэтому давайте уже покажу вам свои продвижения. И первое, чем я хочу перед вами похвастаться, это готовыми носочками. Я так и не придумала, если честно, им название. Они у меня полностью довязались, полностью готовы. Единственное, что я в них не сделала, это еще не до конца заправила кончики, потому что решила побыстрее садиться снимать видео, так как нужно успеть. Мы и так уже целую неделю с вами без влога. Мне кажется, вы уже по мне соскучились. Ну, если не соскучились, но все равно видео будет. Шучу, конечно же. Носки готовы. Мне кажется, что классное название было бы для них пиксель или пазл, вот что-то подобное почему-то, потому что они вот, как знаете, две половинки одного целого. Два разных носка, которые соединились вместе благодаря сочетанию цветов. Ну, связаны, конечно, они из одной и той же пряжи, но больше я, наверное, не буду ни покупать, ни просить, если вот можно так сказать, просить мне подарить, пряжу, в которой идет в одной пасме или в одном мотке только один градиент. Потому что это жутко неудобно в вязании носков, потому что я хоть и люблю разные носки, но очень тяжело это все сочетается. Сейчас я вам покажу поближе, как они выглядят. То есть вот тут у меня резиночки. Я также, как вам говорила, делала прибавки. То есть у меня здесь 4 прибавки было, 2, 2 с разницей в 10 рядов. То есть 2 прибавочки сделала, 10 рядов провязала, 2 прибавки сделала, 10 рядов, и дальше перешла на вязание резинки. Точно так же на этих носках. И вот так это у меня все смотрится. Здесь менялся цвет, потом опять менялся цвет, и потом опять менялся цвет. Ну, точнее, я вязала это все от мыска. И мне нравится, как выглядят эти носки. Они необычные, можно так сказать. Я их буду носить ближе к Новому году, потому что по оттенку и по, мне кажется, позиционированию этого цвета, он так и назывался вроде Christmas, то есть это что-то рождественское, предновогоднее. Что касается этой пряжи, если вы будете работать с этой пряжей, это Cascade Yarns Wave. Если вы работать будете с этой пряжей, рекомендую брать спицы поменьше. Я взяла спицы 2,25, но мне кажется, что можно было бы даже взять двоечку. Пряжа очень сопливая, мериносовая. Но что меня удивило, что после того, как я ее постирала, возможно, вам это будет видно, либо я сделаю это на подсъеме, она достаточно распушилась. То есть это прям такой гладкий-гладкий меринос, и я была очень удивлена, что он отдал такое большое количество пуха. Причем пуха разноцветного, и красного, и зеленого. Все ниточки как-то выбиваются. Надеюсь, что эта пряжа будет не сильно закатываться. Хотя по пушку складывается впечатление, что закатываться она все-таки будет. Но это мы уже узнаем после того, как я возьму эти носочки в эксплуатацию. От вязания у меня осталось два вот таких клубочка, даже примерно одинакового размера. Хотя, мне кажется, когда я разматывала на два кейка, у меня один из кейков был побольше. Пущу их для вязания хеликса или для вязания каких-нибудь крызи носков. У меня уже давно в голове есть идеи взять остатки, маленькие, прям максимально маленькие мотки, связать крызи носки, где каждые, там, допустим, 4-5 рядов будут меняться цвет, и они будут вообще разные. Я вам только что говорила, что мне не нравится, что получаются разные носки, хотя мне это нравится, что они получаются разные. Но вот именно в этой ситуации очень тяжело было сочетать пряжу так, чтобы она смотрелась красиво. А если мы берем много-много разных остатков, они и выглядят как-то более гармонично вместе, потому что цвета чаще всего меняются, и видно, что они просто вот как яркое пятнышко, эти носочки, и видно, что это пара. А тут как-то очень тяжело было подобрать так, чтобы получилась видимость пары. Ну, или, возможно, проблема именно у меня в голове. И вы видите это как пару, но у меня была вот сложность изначально, почему у меня носки эти плохо продвигались, потому что я начала их сначала вязать хеликсом, и хеликсом мне показалось, что они очень тяжело идут и очень странно смотрятся. Поэтому я приняла решение, я вообще очень-очень редко, мне кажется, можно по пальцам одной руки пересчитать моменты, когда я распускала носки. Но в этот момент я просто поняла, что я не хочу. Вот мне не нравится глазами, как это выглядит, зачем я это буду довязывать, хотя половина носка практически была уже готова. Поэтому я все это распустила, и у меня связалось намного быстрее, чем вязался та половина носка, целая пара. И эти носки у меня будут ассоциироваться с вязанием в Новосибирске. Далее я вам хочу похвастаться тем, что я наконец-то довязала все мотивы. Здесь не все мотивы, потому что половину, ну не половину мотивов, одну треть мотивов я уже соединила в одну
полочку. Вчера целый вечер потратила на то, чтобы соединить эти мотивы вместе. И что я вам хочу сказать, по описанию Desire кардигана, по которому я вижу этот кардиган с этими мотивами, нам предлагают соединять немного другим способом, нежели мотивы соединяла я. Я соединяла мотивы соединительным столбиком, и если вы вяжете что-то квадратами, шестиугольниками, любыми мотивами, я рекомендую всегда эти мотивы соединять за половинку петли с каждого мотива соединительными столбиками, потому что косичка смотрится ровно, красиво и ровно посередине между мотивами. Потому что если вы будете соединять там с накидом или с столбиком без накида, просто столбиками поднимать это все соединять, у вас будет шов немножко смотреть в бок. И это смотрится очень странно. Мне показалось, что мне такое не подойдет, и я решила заменить это на соединительный столбик, и смотрится это намного лучше. Я сейчас вам покажу, как это выглядит, пока показываю вам мотивы. И почему я вам показываю так мало мотивов? Потому что эта половина мотивов у меня не заблокирована, а вот эта половина мотивов у меня уже заблокирована. И тут уже ровные, красивые квадратики. А случилось у меня это все благодаря тому, что Юля в своем телеграм-канале выложила ссылку на доску на Валберис. Я очень ждала, когда доски для блокировки мотивов появятся на Валберисе, потому что на Озоне в основном это было все через китайских посредников, и шло это примерно по месяцу. Я не хотела ждать месяц и не хотела покупать какие-то дорогущие доски за 2000, насколько я помню, 1800. Хотя мне потом Настя Витман написала в личные сообщения в телеграм, скинула несколько ссылок на Валберис, на красивые блокировочные доски, и там есть доски, которые собираются как пазл. То есть вы покупаете несколько досок, соединяете их между собой, и вы можете блокировать какие-то большие изделия. Но там цена немножко выше, чем у доски, которую взяла я. Если бы Настя мне скинула раньше, чем я заказала эту доску, я бы, наверное, взяла вот этот пазл и потом бы это все дополняла. Но, с другой стороны, потом появляется момент того, где это все хранить, потому что хранить пазлы, которые такие детские, как коврики, их намного удобнее, нежели хранить большие деревянные такие блокировщики. И моя доска для блокировки выглядит следующим образом. То есть здесь вообще ничего необычного. Также идет к ней подставка, чтобы это можно было делать вот так. С одной стороны, это может быть как красивый декор. То есть можно на вот какие-то шпажки, на какие-то небольшие зубочистки, хотя здесь идут в наборе металлические шпажки для блокировки. Также можно что-то декоративное поставить в интерьере, имеется в виду, чтобы добавить какие-то небольшие мотивы, прикрепить их сюда, и будет красиво смотреться в момент, когда вы ее не используете, просто вот как декор вашего рукодельного уголка. Эта доска стоила что-то в районе 1300 рублей, я вам оставлю ссылку на нее в описании под этим видео. Она классная, мне очень понравилось, что очень хорошо обработано дерево, металлические шпажки, а не деревянные, как в многих блокировщиках, потому что я волновалась о том, что если у меня будут деревянные шпажки для блокировки, они будут размокать от мокрых мотивов, потому что все мотивы я блокирую мокрыми, и эти мокрые мотивы, они, ну, я думаю, что как-то скажутся на дереве, поэтому я стараюсь сделать так, чтобы на металлических вот этих шпажках, если у меня сушатся мотивы, они не касались ни вот основного полотна, ни каких-то других деревянных деталей, чтобы дерево сохранило свое состояние, как вот при покупке. Больше, если честно, мне сказать даже про это нечего. Там в наборе, помимо шпажек, шли еще иголки с большим ушком для сшивания. Они мне, если честно, не очень понравились, потому что они были в каких-то пятнах. Поэтому я их, скорее всего, использовать не буду, а шпажки оставлю. Шпажки, кстати, они хранятся вот в таком вельветовом, конечно, он уже весь в лунтике, вот в таком вельветовом мешочке, и очень удобно. То есть я их завязала, они у меня здесь лежат, достаточно они тяжелые. Вместе это все можно вот так вот убрать, и оно будет спокойно у вас храниться. Ну, либо сложить и убрать, тоже больше, точнее, меньше места будет занимать. Очень давно хотела приобрести эту доску, очень рада, что она у меня наконец-то появилась. Теперь, кстати, я даже примерила, на этой доске можно будет блокировать шесть мотивов. Ну, мотивы, они и называются мотивами. Можно будет блокировать шестиугольники для моего пледа из шестиугольников. Кстати, на этой неделе я даже связала несколько штучек, вам покажу их чуть-чуть попозже, а сейчас я вам хочу показать полочку, которая у меня получилась при соединении мотивов для Desire кардигана. Заранее хочу вас предупредить, не пугайтесь огромного количества кончиков. Как заверяет автор описания, все вот эти кончики, они потом у нас спрячутся в планку. Я
верю и надеюсь в это, потому что заправлять такое большое количество кончиков, у меня уже даже руки начинают трястись от негодования, потому что я очень люблю заправлять кончики, и в мотивах, когда я их вязала, я старалась сделать так, чтобы во время вязания у меня все уже сразу заправлялось, и мотив выглядит аккуратно. Итак, выглядит это следующим образом. Это моя левая полочка. Здесь у меня уже сформирован вырез с методом частичного вязания мотивов. Это очень, кстати, интересный был момент. Я потратила достаточно большое количество времени для того, чтобы разобраться. Тут нужно сидеть прямо за компьютером и смотреть прям видео, всматриваться, вслушиваться, как правильно вязать эти мотивы, потому что интуитивно у меня бы это точно не получилось, потому что здесь очень много нужно что обрезать, особенно из-за того, что мы используем разную по цветам пряжу, поэтому очень сложно это как-то делать без видео-мастер-класса. Итак, у меня здесь получается по нижней части 3 мотива, и вверх у меня идут 5 мотивов в самой широкой части. Здесь еще дальше, что дальше после соединения идет, нужно будет сейчас хлопок травка взять и вязать скос плеча, то есть столбиком с накидом, насколько я помню. Там все рассчитано, нужно просто сесть, посмотреть видео, как это правильно делается. Но на данный момент мне очень нравится, как это выглядит. То есть получается широкое классное полотно, очень красивые цвета, будут белые классные рукава. Я думаю, что это будет одно из моих самых любимых изделий, хотя в последнее время все кардиганы, которые я вязала, они у меня получились какие-то супер носки и супер красивые. Это был мой кардиган из папируса, связанный ажурным узором, кардиган из Yernard Symphony, связанный ажурным узором. Почему-то ажурные кардиганы, особенно каких-то светлых оттенков, у меня очень хорошо в летних составах приживаются в гардеробе. Нужно попробовать, можно, кстати, попробовать связать ажурный кардиган из зимнего состава, но я пока еще не сильно представляю, какой ажур бы я хотела в такой пушистой пряже использовать. И вот на данный момент одна полочка у меня собрана, ее осталось еще отпарить, потому что видно, что она стягивает мотивы. Мне нужно это все отпарить, разровнять и красиво положить, либо я уже после стирки это все буду блокировать перед сборкой. Следующая часть, которую я буду делать, это вязать скос плеча. И потом буду собирать уже вторую полочку. Также свяжу скос плеча, потом соединю из оставшихся мотивов спинку. Почему я не соединяю все вместе сразу? Потому что, как вы поняли, я половину мотивов заблокировала, а вторую половину еще нет. И после блокировки мотивов я только их начну собирать, потому что так будет удобнее, как по мне, и меньше будет косить полотно в разную сторону, когда я постираю уже, заблокирую, и все будет смотреться красиво. Но так как доска для блокировки, она маленькая, и на данный момент я нашла способ, показывала вам до этого в подключении, максимальное количество мотивов, которые я могу сушить одновременно на этой доске, это 12 штук. До этого я попробовала 10, потом поняла, что 12. Мне кажется, можно даже 14 попробовать, но мне по моему количеству мотивов, которые на данный момент остались без блокировки, мне осталось еще примерно 2 захода. 2 захода, возможно, даже третий. Но я постараюсь сделать это все в 2 захода, и сохнут мотивы достаточно долго. То есть мне нужно, чтобы ночь они стояли и сохли. Поэтому кардиган этот продвигается не так быстро, как хотелось бы. Но это уже заметные продвижения, как по мне. И мне кажется, скоро мы будем лицезреть уже готовый кардиган. Ну, я так говорю, как будто у меня уже и рукава связаны, и планка обработана, и кончики все заправлены. Но на самом деле мне почему-то кажется, что мотивы — это самая вот кропотливая, самая сложная часть работы в этом кардигане. А рукава у нас дальше будут вязаться спицами, причем там в основном лицевая гладь с каким-то прям примитивным, очень легким ажурным узором. Я думаю, что рукава у меня свяжутся быстрее намного, нежели вязались у меня мотивчики. Но мне очень понравилось работать с такими мотивами. И у меня проектная сумка даже не опустела. У меня осталось еще много пряжи этих цветов. И я даже не знаю, возможно, связать себе какой-то топ полосками или что-то подобное. У меня осталось еще очень много сиам лиоцел, папируса 2 мотка осталось, остался хлопок эгита, осталась вискоза. Остался один моток пряжи от шуйского текстиля Шопорт, остался один моток Drops Love You, то есть у меня очень много пряжи еще осталось, и осталось еще и хлопок-травка. Но хлопок-травка я ее не учитываю, потому что я еще не понимаю, сколько мне хватит, сколько мне понадобится пряжи для того, чтобы закончить это изделие. Что касается образцов из пряжи Фантазия от Cantex.
На самом деле к пряже претензий вообще у меня никаких нет. У меня есть не претензия, а как-то, знаете, странный полет мысли, вот странный вопрос у меня в голове возникает, почему так, именно к описанию. Я попробовала добавить, как вам уже говорила, буду делать подсъемы, показывать, как это выглядит, добавить в три нити пряжу Alize Superwash для вязания резинок. По цвету мне более-менее нравится, как это смотрится, мне не нравится, как смотрится резинка из-за того, что она смотана из нескольких нитей. Я вообще не люблю, когда в пряже заметно количество нитей в смотке. Мне кажется, это смотрится как-то странно, некрасиво, и как будто бы так быть не должно. Вот я бедная, у меня пряжи не хватает, и я вот решила как-то выкрутиться из этого положения, поэтому вчера после работы я решила поехать и посмотреть пряжу в магазине возле нашего дома, какую-то самую максимально простую. Ту пряжу из турецкого сегмента, которая бы подошла по цвету и по составу, чтобы держала резинку. Я подумала, что ближе всего к итальянскому гребеному мериносу от Lana Gatta будет у нас пряжа Alize Merino Royal, насколько я помню, она называется. Я знала, что она в этом магазине есть, я пошла посмотреть. И как оказалось, цвета пограничного между выбеленным и молочным нет. То есть нету какого-то, знаете, натурально белого. Мне вот хочется именно натуральный белый без какой-то сильной желтизны. Я разве многого прошу, хотя я понимаю, что это очень сложно вот подобрать по цвету что-то подобное. И я поеду еще в один магазин, съезжу после работы уже на следующей неделе и посмотрю, возможно, там есть полухлопок такого цвета, который мне нужен. Хочу попробовать молочный хлопок от Astra Premium, потому что я знаю, что он по толщине подойдет, что он будет держать резинку, потому что он у меня уже был в большом обзоре полухлопков. Я вам давайте оставлю подсказку на это видео. И я понимаю, что лучше попробовать какую-то другую пряжу, нежели Alize Superwash. И что касается описания, почему я так как-то непонятно к нему отнеслась? По описанию нам говорят о том, что мы вяжем с вами, набираем количество определенных петель, вяжем резинку, и после этого, после того, как мы связали резинку, мы убавляем петли в два раза и переходим на вязание пряжи букле. При этом мы не меняем спицы, то есть мы вяжем резинку на спицах 6 мм. Я думаю, что ничего страшного не будет, если я вам скажу номер инструмента, на котором вяжется, на 6 мм. И потом мы переходим на вязание букле, но в два раза меньше количество петель, тоже на спицах номер 6. Почему меня это смущает? Потому что на фотографиях этой модели видно, что манжет стягивает рукав. И как будто бы должно быть наоборот. То есть мы должны на резинку меньше петель набрать, а потом прибавлять на вязание букле. Либо менять спицы. Я, если честно, не сильно поняла, как так получается, потому что когда я связала свой образец, я сделала точно вот как по описанию рекомендуют. После вязания резинки я убавила в два раза, и у меня получился идеально ровный по одной стороне, ну не квадратик, прямоугольник. И я не понимаю, если я хочу, чтобы у меня смотрелось как на фотографии с оформления описания, то есть как у автора, у меня не будет широкого рукава, потому что манжета у меня идет вровень с основным полотном. И я до сих пор не сильно это понимаю, я хочу посоветоваться, если кто-то из вас вязал по этому описанию, либо я напишу автору и спрошу, правда ли это, так ли это должно быть, потому что у меня, ну, получается просто ровное полотно, и я не хотела бы, чтобы у меня резинка сидела по руке, и потом полностью меня обхватывал рукав из букле. Я хотела какой-то большой такой оверсайз формата кардиган, жакет, как он называется по описанию правильно. Но тут мне что-то вот непонятно пока. А второй образец, который я связала, мне не понравилось, что на спицах 6 мм полотно достаточно такое прозрачное получается. Нам рекомендовали по описанию взять, если мы не попадаем в плотность, кстати, я не попала в плотность на одну петлю, я взяла спицы 7 мм, но я поняла, что на семерке будет еще больше видно вот эти вот пробелы полотна, так как у нас еще пряжа белого цвета, на ней еще больше заметны эти пробелы. Я решила взять в подмот одну ниточку Alize Superwash, и вот это полотно мне уже намного больше нравится. На спицах 7 мм получается плотное, классное полотно. Если не присматриваться, то эту нить не видно. Вот издалека, если я смотрю, то не видно. Если близко рассматривать, то можно увидеть эту ниточку, потому что она по цвету чуть-чуть отличается. Она чуть-чуть более выбеленный такой белый цвет.
тут у нас в букле имеется желтизна. Что касается пряжи по тактильным ощущениям, она приятная, она не колкая, она менее колкая, нежели пряжа, которая рекомендуется по описанию. Это пихорка буклированная. Пихорка буклированная, там, насколько я помню, в составе идет мохер. И она прям покалывает, она покусывает. И я бы какие-то близко к шее, близко вот как к голому телу, голым рукам, не стала бы вязать из этой пряжи изделия. Поэтому я не стала ее брать на этот кардиган, а выбрала Camtex Fantasio, потому что она очень близка к, по метражу и по фактуре к оригинальной пряже из описания. Поэтому мне осталось на данный момент найти подходящий подмод, найти что-то, что красиво бы смотрелось вместе с буклированной пряжей по цвету. Я съезжу на следующей неделе, посмотрю, что там будет из наличия. Возможно, что-то докуплю, если найду подходящее, либо уже буду заказывать в интернет-магазинах, потому что выбора другого у меня нет. Не думала я, что этот процесс, хотя у меня вообще планировался изначально, когда я начала снимать этот влог, что я думала, я буду вязать этот кардиган всю неделю, и это будет влог одного процесса. Но как-то так вышло, что не получилось, потому что не получилось подобрать пряжу для манжетов, а... Почему я не могу вязать просто кардиган, так как он вяжется снизу, начиная от манжеты с цельновязанной планкой, где также используется эта пряжа, которая должна быть на манжетах. Поэтому нужно сначала что-то подобрать, а потом уже приступать к вязанию. Ну, ничего страшного, мы никуда с вами не торопимся. Хотя я в последнее время как-то очень быстро начала вязать. Почему-то мне кажется всегда, что я опаздываю. Не знаю, куда я опаздываю, но почему-то мне кажется, что вот надо вот это связать, это довязать, это показать. И я в каком-то постоянном, в постоянной гонке с самой с собой. И последнее, что я вам хочу показать, это то, что у меня связалась горловина для батиной кофты. Батина кофта у меня сейчас на стадии одного рукава и горловины. Что я вам хочу сказать, горловину я буду распускать и перевязывать. И перевязывать я ее буду, скорее всего, с тамбурным швом, потому что она слишком расхлябанная получилась. И получилось так, что у меня видно бретельки белья. Мне это не нравится, я такое не люблю. И мне будет некомфортно, если я на улице в какой-то момент замечу, что у меня видно бретельку. Некомфортно. Мне кажется, это очень некрасиво смотрится. И зачем кому-то это видеть? Поэтому я хочу распустить эту горловину, и я понимаю, что после стирки она еще больше поползет, проложить тамбурный шов и связать также горловину только с тамбурным швом и меньшее количество петель взять. То есть шаг поднятия петель сделать другой. И надеюсь, что у меня все хорошо подсоберется. Я, по крайней мере, надеюсь, что оно вот хотя бы немножечко вот так у меня соберется. Но это, конечно, образно я вам показываю, но мне хочется что-то вот такое побольше. И, скорее всего, я ее повыше провяжу, потому что мне не нравится, что она прям такая коротенькая получилась. Либо я даже не буду делать подгиб, а просто сделаю обычную резинку и потом ее закрою своим методом, не своим методом, а метод, который я обычно использую, с накидом. И посмотрим, что получится. На данный момент я, когда примеряла, смотрится странно. Смотрится странно, как и все батины кофты. Я уже начала с этим смиряться. Я просто хочу связать такую модель, которую я бы могла носить каждый день, вот хоть куда, кроме работы. Потому что для работы такое оверсайз формата изделия не подойдет, если, конечно, мы не будем использовать рубашку под низ. Вот если рубашку надеть, то, мне кажется, смотрелось бы намного лучше. И это последнее, что я вам хотела показать. На данный момент у меня больше ничего не продвигалось, вязала постепенно мотивы, вязала постепенно вот этот образец, бегала по городу, искала, где бы найти подмод, причем самая, знаете, большая проблема была в чем? В том, что я когда поехала в Новосибирск, я не взяла с собой этот моточек. Если бы я взяла мотив, не мотив, а образец или моточек пряжи Camtex Fantasio, я бы в Новосибирске что-то подобрала. Но моя голова подумала, что у меня же в запасах столько белой пряжи, я подберу все, что угодно. Ну, в итоге получилось вот так. Что касается шестиугольников для пледа, про которые я также упоминала в этом фрагменте, я связала около 4 штук, и я не думаю, что имеет смысл их показывать, потому что ничего там не меняется. Я связала 2 синих, 2 таких осенних желто-коричневых цветов. И все. Плед у меня пока на стадии такого медленного, ленивого продвижения, но потихоньку продвигается. А с вами была я, Даша. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующих роликах, а они будут совсем-совсем скоро. Всем пока-пока!